За последние сутки Небесная канцелярия, похоже, по ошибке отправила на Брест двойную, а то и тройную норму снежных осадков. Это уже стало настоящей проблемой для коммунальных служб города и самих горожан. Новость о снежных заносах вышла на первые полосы газет, а потому на подмогу одним из первых спешат активисты общественного объединения БРСМ. У нас сегодня акция, такой зимний челлендж, так скажем. Уберем снег вместе. Мы видим, что помощь нужна, что не всегда там везде трактора могут доехать, не везде машины. Техника не может доехать, где-то, может быть, людей частично не хватает. И поэтому, да, мы сами изъявили желание и решили помочь сделать такое хорошее, доброе дело. Вооружившись лопатами, учащиеся колледжа связи и средней школы номер 15 ловко подхватывают снежные пласты, расчищая тротуары и дорожки. Это немалая помощь городу и горожанам, а также хорошая физическая нагрузка. Помогать людям – это, ну, в радость всегда. Делай добро, и оно тебе вернется, как говорится. Я же сам из деревни, типа, я постоянно этот снег таскаю, и легко мне. Это гораздо веселее, чем сидеть на парах или там, на занятиях. И плюс ты помогаешь своему городу, он становится чище. И опять же легче ходить, не скользко. Участники акции старательно очищали от снежных заносов тротуары, пешеходные дорожки и парковочные места для авто и колясок. А личным примером вдохновляли участников акции и работники коммунальника. Главный секрет – любая работа должна быть в радость. Работа нравится, хоть и трудная. Ну вот, молодежь у нас, видите, пришла к нам на помощь. Молодцы, спасибо, показываем, объясняем. Может, кому-то из ребят и понравится, и придут работать к нам. Ну, как бы, стараются, молодцы. В зимней уборке города сегодня приняли участие порядка 20 ребят. Бодрая и активная расчистка снега велась в центре на бульваре Шевченко, в районе улиц Кирова и Гоголя, Мопра и Машерова, а также возле колхозного рынка. Доброе дело не осталось незамеченным и горожанами. Так надо держать, конечно, потому что не каждый раз такая у нас метель, забыли, что такое зима. Молодцы ребята, умницы. Ничего больше не скажешь. Плохого, если это есть хорошо. Они молодцы, ну, потому что много насыпало снега, и людям тяжело ходить, и они все расчищают. Просто вообще молодцы. Все бы так, да? Да. На уборку городских территорий и улично-дорожной сети в эти дни брошены все силы. Ведь даже самую непростую задачу можно решить, если каждый из нас хоть немного постарается для общего дела.